забить на него. И те, у кого впавшие щеки, те делают упор на расслабление жевательных. Впавшие щеки — это, конечно, сильно-сильно зажатые жевательные. И немножко сюда их прям. И опять же ищите, какие у вас там недосказанные конфликты. Как-то их из своей души достаете. И там, ну, любые техники, каких только нету. На свечку наговариваете там все свои обиды. Письма пишете там человеку, с которым там ревенж, там что, как по-русски-то ревенж мне переведите, месть, в котором вы хотите отомстить, вот напишите ему, сожгите это письмо. Куча техник, надо досказывать, потому что недосказанные обиды здесь. Конфликты, не должны быть недопережитый конфликт. Ищите болевые. Только единственное, смотрите, когда вы массажируете скуловую, жевательную, вот здесь слюнная железа, вот прям возле уха, здесь особо не усердствуйте. И когда внутренний интраоральный массаж делаете, тоже вот, ну, вот здесь вот не особо лазьте. Но вы интуитивно почувствуете. В основном вот эта вот зона. Угу. Ладненько, давайте на голову красивую-красивую корону. А вообще, конечно, лучше догнать и пристукнуть того, кто этот, с кем у вас недосказанный конфликт, честно говоря. Иногда такие люди стоят того. Да? Ну, я в короне подданных приветствую. Змею, мою любимую, давайте змею сделаем. Ну вот, змея, вот представляете, что вы змея на блюде. Раз, сюда змея. Провела. Сюда ушко. Сюда. То есть, смотрите, сюда над блюдом поехала. Сюда прислушалась, вернулась. Это йога, это из йоги тоже. Тоже очень древнее упражнение. Только главное, его делайте медленно и вдумчиво, потому что здесь очень много опасных тоже моментов. И вы прям медленно-медленно делаете вытяжение. Оп, сюда вернулись. Опять же, сюда ушком. Вытяжение по кругу. Оп, сюда. Да, как будто змея танцует на блюде. Оп. Мне кажется, еще в восточных танцах, да, это все-таки используют. А то же самое, да, на видите, вытяжение шейки идет, правильная статика, очень хорошее движение. А, кстати, вы видели, я там в общий чат вам прислала ссылку на эту бабушку модель. Вот вы обратите, какое у нее лицо. Кстати, это мускульный тип старения у нее. Мускульный тип старения, она даже немножко, действительно, как мускульный тип старения, не с возрастом, немножко на мужика-то похожа. Но знаете, ну и бог с ним. У нее такое стервозное, интересное лицо, как у какой-то ведьмы. И оно такое очерченное. Самое главное, мне кажется, в старении, это все-таки вот этот вот овал держать. Вот прям классно смотрится. И такие вот они в моделях, и все. А когда вот здесь вот это вот все повисло, вообще, когда что-то висит, вот это вот хуже всего. Вот с этим бы бороться. Да, вот эти вот отеки и вот эта вот статика, и вообще затравленность жизнью. Вот затравленность жизнью, вот эти вот затравленные, запуганные глаза, это самое худшее. Самое худшее. Да, поэтому себя любим. Королевы. Угу. Орден продемонстрировали. Шейку держим. Вопросы. Давайте еще вопросы. Мы уже, конечно, уже очень долго занимаемся. Уже, наверное, все сольются вообще и скажут, фу, какие долгие занятия. Ладненько, все, я завершаю. Сейчас я попробую сохранить эфир. Если он не сохранится, я затрелюсь, у меня куча эфиров пропадает. Так, спасибо за занятия. Ну что?